Вот. Слово просит Татьяна Феликсовна. Это будет именно короткое слово, конечно, не доклад. Что я хочу сказать? Вот не верится в эту цифру 25 лет, на самом деле не верится, потому что в лихие 90-е, так называемые лихие, когда это все начиналось, но кто мог подумать, что вот это мероприятие будет таким долгожителем? Тем более, что каждые 10 лет в нашей стране они тоже по-своему лихие. И как вот это вот уважаемое собрание выжило в эти условия, для меня, например, загадка во многом. Но есть, конечно, к этому объективные причины. Я назову только две из них. Во-первых, безусловно, правильная выбранная концепция этих мероприятий, этого мероприятия, потому что те вопросы, которые тут ставятся, те проблемы, которые тут решаются, это то, что всегда интересовало любопытное человечество, интересует и будет интересовать. И второе, конечно, каждая история благополучная имеет какую-то личность, которая в этой истории участвует. То есть личность в истории никто и никогда не отменял. И вот в нашей с вами истории это, конечно, Александр Евгеньевич Семенов. Удивительный человек. Удивительный не только в смысле человеческих качеств, но также и в смысле какой-то невероятной верности и приверженности тем идеям, которые он однажды для себя выбрал в жизни. Я думаю, что если бы Зигель был жив, хотя это маловероятно, он, конечно, гордился бы таким учеником и последователем. Я бы очень хотела поблагодарить Александра Евгеньевича от всей нашей семьи, и в первую очередь от лица Галины Григорьевны Константиновны Зигель, супруги Феликса Юрьевича, которая до сих пор жива, ей 93 года. К сожалению, по состоянию здоровья она не может тут присутствовать, но она просила передать огромный всем привет, огромную благодарность Александру Евгеньевичу. Вот. И в нашей семье есть еще один человек, который вполне может считаться таким продолжателем дела Зигеля. Это его внук Никита, который сейчас находится в командировке, тоже не смог он быть. Он закончил МАИ и сейчас успешно работает конструктором самолетов на фирме «Сухой». Вот у нас в семье тоже есть такой вот продолжатель зигельевского дела. Ну, что я хочу сказать. Всем желаю успеха, всем желаю здоровья, чтобы еще много раз мы встречались здесь. И еще раз спасибо большое Александру Евгеньевичу.